133 миллиона рублей на 91 двор. Во втором по величине городе края Бийске началась реализация проекта «Комфортная городская среда». На сегодняшний день уже подготовлены дизайн-проекты, составлены сметы. Что касается работ, они должны начаться в ближайшее время. Планируется, что выделенная в рамках проекта сумма 133 миллиона позволит качественным образом изменить облик города. В основном ремонт коснется мест массового пребывания людей и дворовых территорий. Реализация проекта рассчитана на 5 лет, до 2022 года. Если говорить о внутридворовых территориях, то это 88 домов. Это была первоначальная цифра по итогам общественного обсуждения и принятого списка утвержденной программы. Сейчас список доработан, туда еще добавляются три двора. По итогам проведения конкурсных процедур, торгов, мы сэкономили на 3 миллионов рублей и имеем возможность включить еще три двора. Итого 91.